Биржа CEMEX. Гарантированно верное решение. Добрый день. Представляем вам проект Smart House. Это строительство эко-домов с применением инновационных технологий. Наши партнеры – это фабрика комфорта новой строительной системы. Проект осуществляется при финансовой поддержке Сбербанка, Бинбанка и финансового акселератора стартапов России. Вкратце наши технологии. Строительство наших домов осуществляется по технологии SEVO-блок. Иными словами, это несъемная палка. На завод поступают комплектующие блоки, они собираются, и на строительную площадку уже привозится готовый дом. Сам блок состоит из внутренней отделки, наружной отделки, бетон и утеплитель. В качестве внутренней отделки мы используем мебельный щит из натурального дерева класса А, Б, это ель, лиственница, бук, дуб и так далее. В качестве наружной отделки это идет искусственная имитация камня, кирпича, петербургская панель. Также можно применить и натуральный материал, например, как мрамор. По всему контуру здания проходит 150 мм армированного бетона и 250 мм сыпучего утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать любой энергоэффективный огнеупорный материал. Это перлит спученный, керамзит, пенополистирол и так далее. В коммуникации в доме используется только эко-оборудование. Это солнечные батареи, водяные котлы, автономно-очистные сооружения и системы водоснабжения. Тем самым позволяет строить дома в местах, где нет вообще никаких коммуникаций. Строительство наших домов осуществляется от одного месяца. Тем самым мы имеем возможность создать высокую доходность для наших инвесторов. На сегодняшний момент у нас уже идут заказы таких домов. И также продано несколько квартир по их финальной стоимости. Также смотрите, у нас есть предварительная договоренность с администрацией города Тверь о постройке в центре города информационного центра для туристов и постройке элитных домов в Большом Завидово. Все интересующие вас вопросы вы можете задать в разделе «Обсуждение» или обратиться к нам напрямую по электронной почте smarthouse.city@gmail.com. Биржа CEMEX. Гарантированно верное решение.